Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Дзинтери. Мы с большим удовольствием принимаем эстафету у Владимира Зеленского и Сергея Зверева, чтобы начать основную часть нашего международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2012». За кулисами готовятся сделать свои первые шаги на этой легендарной сцене 16 конкурсантов из 14 стран. Они уже победили, поскольку стали финалистами отборочных туров национальных конкурсов. Да, но именно здесь, в Юрмале, у них есть уникальная возможность поймать эту волну и на гребне этой волны прокатиться так далеко, как позволяет их мечта. Нас ждут три напряженных и очень интересных конкурсных дня, по итогам которых нам станет известен победитель. Напоминаем, что призовой фонд «Новой волны» в этом году 100 тысяч евро. Но это еще не все. Да, это еще не все, потому что есть еще один приз, приз зрительских симпатий, и он называется «Будущее зависит от тебя». И кому он достанется, конечно же, решать вам, дорогие телезрители. Во время выступления каждого конкурсанта на экране вы увидите короткий номер, по которому вы сможете отправить смс с текстом «НВ» и номером понравившегося вам конкурсанта. Ну а сейчас позвольте представить тех людей, от которых зависит напрямую судьба наших конкурсантов. Наши члены жюри. Неповторимая, легендарная Лайма Вайкуле. Очаровательная Валерия. Продюсер и композитор Константин Меладзе. Певец Валерий Меладзе. Певец и композитор Игорь Николаев. Певец и композитор Леонид Агутин. Продюсер и композитор Игорь Матвиенко. И, наконец, отцы-основатели конкурса «Новая волна». Сопредседатели жюри. Композиторы Раймонд Паус. И Игорь Крутой. Ну что, поехали? Поехали. Итак, дорогие друзья, открывает нашу конкурсную программу группа Los Rumberos de Massachusetts из Мексики. Все трое ее участников учатся в музыкальном колледже Беркли. Все трое не видели прежде конкурс «Новая волна». Все трое, о ужас, никогда не слышали и вообще не знакомы с творчеством Игоря Крутого и Раймонда Паулса. И тем не менее стали финалистами «Новой волны». Что говорит об абсолютной объективности нашего жюри. Итак, дорогие друзья, встречайте зажигательное трио из Мексики Los Rumberos de Massachusetts.